пакетом, который уже девать-то некуда. А есть у нас выход один, да? Есть! Как хранить пакеты компактно и удобно? Есть? Ну-ка, есть! Давай, покажи, как их складывать. Нет, подожди, не так. Сначала вот, вот так. Так. Потом еще разок. Еще разок. Так. Так, теперь уголочек. Не-не-не, ровненько, ровненько. Вот так. Да? Вот так. Еще вот так. Хочу покормить. О, молодец, Куха. Давай еще наверх. Так. Еще наверх. Так. Сама. Сама. И еще наверх. И вот сюда запихиваем. Нет, не запихивается. Так, держи. Давай, покажи. Покажи мне. Треугольник. Подожди, а если вам было непонятно, тогда смотрите еще раз, как это делает мой муж. У него получится еще более компактный вариант. Сейчас я вам покажу, как складывать еще меньше. Нет! Вот здесь ровнее надо сделать. Все, и поднимай его давай. Так, дальше. Пальчик, вот этот болит. Вот так, выравниваешь. Потом вот так. Вот этот болит. Нет, 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 нет. У меня не получится. Ровненько по краю выравниваем. Вот так по краю. Сейчас. Я сам дальше. Так, молодец. Нет, нет, выравнивай по краю. Просто вверх поворачивай, все ровненько. Так? Так, да. Да, тут вот так. Тут вот так. Тут вот так. Небольшой. Как у меня большой, у него маленький. Я его научила большой. Рита, ты меня ничему не учила. Я учила тебя большой. На ладошку. На ладошку. И вот такой конвертик поместится, даже самый маленький кармашек, да? Да.
замучили бедный пакет. А большой планшет. Мам, я хочу попробовать. Марка, ты умеешь складывать пакеты компактно? А? Умеешь? Сейчас мы проверим. Умеет. Умеет.